отрывает сундук, поднимает две руки наверх и прессом ко мне втягивается. Глубже, 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 глубже. Еще и уходи волной вниз. Это Полюха, наша ученица с Херсона. Она у нас занималась в студии 3 года в Херсоне, в группе ПРО. Сильная у нас была группа. Полюха у нас приехала совсем недавно, буквально сколько, недельки 2 назад, да, ты с нами? Ну, 3, наверное. 3 недели назад. Полюха – это тот человек, который просидел практически всю оккупацию в Херсоне. Сначала было спокойно, мы тренировались по онлайну, и, ну, в принципе, только такое и было. Потом, когда... Я выезжала в Днепр к своим братикам, и там я тоже тренировалась. Когда началось то, что не было света, у меня в Херсоне остались бабушка и папа. И они, когда приехали сюда, мы решили приехать тоже сюда и пойти сюда на танцы. Марта наш город уже оказался в полной оккупации, и, соответственно, как бы мы даже боялись выходить на улицу, не то чтобы там собирать детей, допустим, и, ну, приводить их в зал на тренировки. А спустя где-то первый месяц, наверное, еще когда все мысли были в новостях, как бы никто особо никуда не выходил, потому что в городе это было очень опасно, и мы выходили там только за продуктами питания, спустя первый месяц мы приняли решение начинать хотя бы как-то встречаться с детьми в онлайне. И где-то со середины марта мы начали вести онлайн-тренировки. Знаете, было такое, как глоток свежего воздуха, потому что весь день в новостях, и тут как бы ты на час выходишь, попадаешь в свою прежнюю атмосферу, ну и как бы начали это вести на постоянной основе. Начало войны, вот когда она началась, мои хореографы, они сразу же уехали в там, другие города, потому что тогда с самого начала еще были сильные взрывы, и поэтому я тоже, ну, надо же было заниматься танцами, потому что я же не могла их бросить, поэтому пришлось переехать в другой город и найти тут студию, чтобы заниматься. Я планирую вернуться в Николаев, и, ну, я хочу танцевать на сцене, просто я никогда не танцевала сама номер сольник, поэтому я хочу попробовать хотя бы один раз его танцевать сама. Я хочу стать хореографом, наверное, и тоже учить танцевать детей. Мне не хватает прошлого коллектива и друзей в Херсоне. В принципе, хорошо, красиво тут, но дома лучше. После того, как мы с супругом приняли решение выехать с оккупации, приехали в Одессу. Первую, наверное, неделю у нас был шок, потому что, как бы, когда ты находишься в оккупации, в окружении оккупантов, ты не можешь, не имеешь права никак расслабиться, ты в каком-то таком тонусе, как бы ты не даешь мыслям воли, так сказать. Приехавши в Одессу, мы оказались в более таком спокойной атмосфере. Первая неделя это было нереально тяжело, потому что как бы все наработанное годами, как бы мы строили свою школу 12 лет, и как бы вот 5 лет, как мы наработали в другом направлении, все, соответственно, осталось там, ни костюмы, ни станки, ни оборудование, ничего мы оттуда не вывозили, потому что как бы это было сделать нереально. С июня месяца мы нашли эти залы, и вот с июня месяца мы базируемся в студии. У нас сейчас в школе в одесском филиале, так мы это называем, да, находятся 7 детей наших, которые из Херсона, наши этнобалетовские, и много деток с Херсона, которые приехали с разных других коллективов. Все дети, которые вынуждены оказываться здесь и как-то нас находят, вот сейчас находятся перед вами. Работаю с этим коллективом с Херсона. Работаю уже около 6 лет. Веду как младшие группы, так и с детьми постарше. Мы скучаем за Херсоном. Это наш родной дом, это наши родные улочки, стены. И студия, которая там осталась,
не хватает вот, ну, этой всей атмосферы, которая была там. Остались и родные, и близкие там, и детки, которые занимались нами в Херсоне, не все, к сожалению, смогли выехать. И они вообще огромные умнички, держатся до последнего, и мы будем стараться поддерживать их и дальше. И очень надеемся на скорую встречу и на скорое возвращение домой.